Перевага – одночасовая проблема Гомеля у тем, что он город компактный. У пытаниях экологии это приводит до того, что шкодные речевы концентруются на относно невеликих территориях. У связи с этим особливую актуальность набывает укоренение так званой системы керования якостью поветренного бассейна. Правда, покой этот процесс рухается с великими тяжкостями. Никто навод докладно не ведая, каким чином отбывается взаимоуплыв шкодных выкидов от промысловых крыниц и автотранспорта. Колькость опошнего до речи на протягу года у Гомеля повеличивается не 5%. Связанные с ним экологичные проблемы частково вырешаются при реконструкции транспортной сетки. Чтобы уменьшить пагубное воздействие этих транспортных потоков, расширяется улица Кирова, расширяются другие улицы. То есть пропускаемость улиц дает возможность не концентрироваться в одном месте этих выбросов загрязняющих веществ. Питание, якое в последний час хвалюе гомельчан, значное снижение уровня воды в реке Сож. Некоторые, правда, бачат у этом и свои плюсы. Такая ситуация, кажуть, вельми сприяльная для очистки водоемов. Покуль же в самом центре города заявились качки, которые при отсутствии рачного транспорта отчувают себе вельми недренно. Тем больше, что и рослинка для берега стала больше. Что тычется эколог, то за ситуацией на водоемах они назирают, але ведьми уже значной заклопоченности не выказывают. Опасаться населения о том, что будет нехватка воды, я думаю, не стоит, потому что все водоснабжение города Гомеля обеспечено за счет подземных источников. Для биологического разнообразия реки способны самовосстановиться, и те запасы, которые в этом году будут утеряны, они восстановятся со временем. Последующие годы. Когда ситуация на водных бассейнах тревоги не выкликает, то с бассейном поветренным становится крыху иншее. Только за последний год у Гомеля уведена в эксплуатацию и модернизована около 40 очистных установок. У вынику выкиды шкодных речев скоротились на 50 тонн, але скарги от населения все равно поступают. Экологи тлумачат это тем, что на некоторых предприятиях нема информации о полном спектре выкидов и обещают принять меры. Есть у нас предприятия, например, на которые поступает много жалоб, это предприятие и Гомель-Обои, например, предприятие 8 марта такого плана. Поэтому при реализации каких-то мероприятий мы контролируем и будем все-таки наводить там порядок. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».